Долой серые будни. Сделать окружающий мир намного ярче и радостнее под силу каждому. Это доказывают читинцы, которые облагораживают свои дворы, высаживают деревья, выходят на субботники. В последнее время таких активных жителей в забайкальской столице становится все больше. Администрация Черновского района подвела итоги конкурса по благоустройству территорий «Мир вокруг меня». Впервые победителям достанутся необычные призы в виде малых архитектурных форм. Грамоты, медали, кубки. На своеобразной выставке достижений жители дома номер 36 в 4-м микрорайоне показывают нам все свои награды. Они победители районных конкурсов «Наша елка», «Алло, мы ищем таланты». В качестве подарков от администрации Черновского района им баскетбольное кольцо и мостик. Их уже облюбовала местная детвора. Самые активные и дружные здесь пенсионеры. У них даже девиз есть. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Летом наш двор утопает в зелени, рассказывают жители дома номер 11 в 9-м микрорайоне. Здесь минувшим летом высадили аллею детства из 150 саженцев сирени, смородины, ранета и яблоньки. Этот двор также был признан одним из лучших. Сделали ленточки с подписанием номеров квартир, имя ленточки каждой. Жители, желающие принять участие, то есть ухаживать за деревьями, привязали ленточку к дереву, и они в течение лета поливали с детьми. И хоть имена с ленточек уже стерлись, каждый житель запомнил свое дерево. По словам Нины Анучиной, за 3 года двор преобразился. Появилась яркая детская площадка, летом высаживают цветы, даже пальма растет, правда, искусственная. Ежегодно жители отмечают праздник двора. Награда за победу в конкурсе – новые элементы детской площадки. Место для них уже определили, но промерзшая земля внесла свои коррективы. До наступления холодов этот домик-беседку и шведскую стенку не успели установить во дворе, поэтому зимовать они будут на даче. А уже весной малые архитектурные формы установят в одном из лучших дворов КСК. Конкурс на лучшие дворы в районе проводится уже 5 лет. Количество дворовых территорий, принимающих участие в данном конкурсе, растет с каждым годом и значительно возрастает. В этом году уже приняли участие более 60 дворов. За 5 лет поселок преобразился. Летом он расцветает яркими красками. И все это благодаря стараниям самих жителей. Марина Кузнецова, Лев Нескромный. Время новостей.